И еще одна корыстная весенняя инициатива – заховать экологию не только у леса, але и в городе. Задача республиканской акции «Разом за зеленую Беларусь». Гомельщина активно включилась в работы по озеленению. Сегодня в Гомеле коллектив областного комитета аховы новокольного осяродя разом с активистами БРСМ занимались посадкой рослин на территории проспекта Кастрышника. В данном месте планируется порядка 300 деревьев именно сегодня. Это разные лиственные деревья, которые будут после вырастания будут приятная корона, где люди могут отдохнуть с детьми, молодежь может отдохнуть. В рамках акции у населенных пунктах в области будет высажено больше 50 тысяч дрэў и кустов.